Меня часто спрашивают: Юля, как заставить себя читать книги? Сейчас я поделюсь тремя фишками, как это сделать. Третья, самая важная, поэтому смотри до конца. И первое — это не заставлять. Парадоксально, но пока вам не интересна тема, на которой вы читаете книгу, жанр или само произведение, то вы не сможете себя заставить. А если и сможете, то результат от этого вряд ли получите. Второе, что вам нужно, это как раз-таки определить, что вам будет интересно. И совсем не обязательно заставлять себя читать какие-то величайшие труды или же книги, которые сейчас в тренде, просто для галочки. И третье, самое важное. Это регулярность. Читайте обязательно каждый день, чтобы развить привычку. Можно по 15-20 страниц, но каждый день. Потому что дисциплина и формирование привычек — это контроль лишь первое время. Затем это работает на вас, и вы не прикладываете никаких усилий. Это уже как ваш образ жизни.